Так, что-то отключилось. Да, что-то отключилось. Вы ничего не задевали? Нет, нет, у меня картинка уже минут 5 назад пропала, и вот сейчас вообще все закрылось почему-то. Непонятно, Ну, ничего не задевал, ничего не бывает делал. так. Ну, не специально, может быть. Что, за мной охотятся, что ли? Нет, нет, это аппаратное. Итак, Аппарат. мы все переговорили. Так что ролик остается. Я его к утру постараюсь закачать. Все, спаси Христос, Игнатик. Спаси Христос, что зашли. Я тоже ждал вас. Давно не было. Вы вопросы-то подготавливаете, которых у меня там нету. Хотя трудно найти, каких нету. Ну, может быть, кто-то Да. задает. Да. И при том вы меня сразу сообщаете. Я не буду готовиться, время тратить на это. Я просто, ну, как на кафедры. Записки подступают. А уже дома я их расширил, когда книги стал писать. А, Все, с ну, Богом. с Богом, Игнатьевич. Владимир! Где он там? Володя, помаши ручкой. Вот он видит, я вижу, вижу, все. Он готовится. Ну, с Богом. Все, отхожу. Слава Христу, Отцу поклон. Интернет, вы не против? Если вы не против, да, разговор продолжается. И вы ограничите, ничего личного-то мне не надо. Если против, значит, я сейчас отключаюсь, и на этом все. Я против, я против. Ну все, тогда на этом сегодня. До свидания. Можно вот разговор, личные данные мои, вот чат, который мы разговариваем, чтобы не были публичны. Тогда не надо. Где-то, чтобы не Не надо. родили. Тогда мы сейчас я отключу вас и все. У меня это не принято. Вы не говорите еще лишнее. Это мне это не надо. У нас все выставляется. Хорошо. Правило такое. Значит, так, я Хорошо. вас спрашиваю, вы не против, что все у нас записывается, выставляется в интернет? Вот именно это я против. А, вот Я считаю против. мои личные данные, Так, вот тогда такая мне публичная данные-то не слишком. нужны. Послушайте. Я отвечаю на вопросы, которые касаются души дела. Мне данные-то ваши зачем? Вы хорошо поняли? Хорошо. Иначе я сейчас отключаю, и на Да, этом а вот все. это личный. Если вы это, ну, Хорошо. не принимаете наши условия, я должен вас отключить, и на этом все. Секунду. Что-то у вас там не Имейте заладилось. в виду, что... Утром перед богослужением. Сегодня воскресенье, Так, ну что, 27 октября. Пойдемте. А что так рано? Еще 2 минуты, кажется. 2 минуты. А нет, все уже. Это неправильно идут. А мы сейчас сверялись правильно с Володей. Вот. 51, так а надо 53. Так а 51 пока сейчас зайдут. Да нет, не надо это. Торопитесь, и здесь стоят. 53 мигает свет. Ни минуты раньше, ни позже. 52. Ну, 52. Нам хватит это. Они и так томятся. Ладно, выключать не надо. Вот и школа возвращается. Весь наличный состав школы. Никита везет Варлаама. Все, Варлаам вот в этом доме, красненьком. А Никита через день. А посередине их деды с бабой живут вот здесь. Это 2 ученика в школе, 2 учителя. Господь как сделал. Ждем поселенцев с детьми. Ласточки не улетели еще. Что хотели сказать? Так, что хотел сказать? Вы что-то говорили, а я отключил.
Ну ничего нет, все, выключайте, ничего больше не говорил. Благодарю, что заехал ко мне. Я доволен тобой, с Богом. Доволен, что заехал, а остальное недоволен. Понял, понял. Давай, Богом. Трудись. Слава Христу. Сегодня снимаю, тут за стол садимся обедать. Вторник, 9 ноября 2014 года. Володя тут все еще барничает. Это у тебя с чем вот эта тарелка? Суп со сметаной. Со сметаной. Хлеб трех видов. Картошка мелкая нарезанная, тыква пареная, своя в печи. Морковки натерли, это большая чашка. Вот у меня. А это что у тебя в чашечке? Это Татьяна Кузьмична пшённой кашей угостила. А, помидоры. Помидоры свежие. Помидоры, лук, соль и масло. Тут такая мясонина. Это караси наши. Ну, чтобы понять, большие нет, я ладонь подставлю, показать по размеру. Вот. Другие побольше тут есть. Вот хлеб. Виноград. Хлеб печеный, яблоки. Ну, вот так. Господь благословляет, все есть. Коротко спрашивает, что едите. Ну, все такое, как бы молочное сегодня разрешается. Немного тут молочного. А это теребит на валенок мой, паля. Все. Рыжая тут сидит у меня на моем месте. Я сейчас фотографиями занимаюсь, как крещение было. А у тебя есть? Нету света? Был. Вы не умеете встречать свет. Есть? Попался все-таки. Попало. О, Варя, ты как? Попался, я говорю. А там пишут, Володя где? Куда Володю дели? Ты говоришь, куда? Заездили парня. В больницу попал, говорит. Плохо питался, мясо не ели. А другой говорит, поехал свататься. И ничего себе. Вот без тебя женили тебя. Будешь женатый, сам того не ведая. Еще-то у тебя пятиконечные звезды здесь на простыне-то. Они же не остроконечные. Ну ладно, что тут взять-то? Это нет, я вечером. Еще нету. Рисует. Как любит Христос, как пришедших к Нему Он прощает. Вы не помните эту, да? Не вспомнили? Сейчас. Вот как она начинается? Она начинается... Я любви недостоин твоей. Ну, примерно вот так, как ты пел, там кое-то есть ребята в конце. Ну, может, что-то есть. Не знаю. Я пою так, как слышал, как это, песнопения баптистские, которые у нас есть. Так, Сереженька, брат ты наш любезный, друг ты наш сердечный. Где ты, друг мой сердечный? Сейчас, Володя, подождите маленько, он сейчас придет. А, Володя.